Ту-ри-ту-ри-ту-ри-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на писте». И сегодня надпись для Николая Никулина. Смотрим надпись для Николая. По традиции красивый вид для Николая. Смотрим надпись. Доброе утро, Коля! Ой, блядь, смыло тебя нахер. Хочу нагореться зеленой травой, чтобы забыться уйти с головой. Нихуя себе, здорово, дьявола. Гадушка Трям-Трямыч, Валера. О, Никулин. Никулин, как дела? Пришел опять за тебя выпить кофе. Место вообще охуенное. Да и может Юртас объявится. А вообще выехали посмотреть жилье за 2,5 миллиона. Потом надо зайти на пляж искупаться. Потом накуриться. И в принципе день удался. Вторник или среда. Так что всем... лайков. Вот такой вид сегодня. Ну и сейчас еще кофеек от Никулина принесут. А, вы же не знаете, что мы сегодня пьем за кофе. Сейчас я вам расскажу. У нас, живущих в Азии, ну и вообще за границей, есть такое кофе, называется лювак. Или лувак, или лявак, ну неважно. Лювак — это такое маленькое животное. Похоже, знаете, на какое? Вот на это. Хотел тебя показать. Вот на такое. И вот это животное, оно ест кофейные зерна, они не перевариваются в желудке, и он их высирает. И сейчас нам принесут вот это высранное кофе. Это, говорят, для гурманов. Кофе из говна, ёпту. Это вообще уровень. Сейчас вот его оттуда должны принести. Я вам расскажу, воняет или не воняет. Сперва нам принесли чаек. Пока животное какает, видите, надо долго ждать. Сейчас пока покакает, просушат, перемелят. Пока надо водичку, чтобы был естественный вкус говна потом, чтобы ощутить по-настоящему. Гурманы, хули. Все, нам принесли говно кофе, она даже морщится. На, Ладинушка, это тебе. Это мне. А, ну сегодня в говночашках. Ну вот, Никулин, кофе лювак. Только в чем отличие, бля? Сука, горячо, блядь. Ждем. Ну а какое утро, друзья мои, без расслабляющей сигаретки. Продолжаем сидеть и размышлять о бытие. Николай Никулин, кофеек у нас еще капает. Сейчас попробуем. Кофе из говна, так сказать. Смотрите, там дорога. И там дорога. Давайте утренний лайк уж, что, не будьте совсем законченными. Спасибо. Смотрите, друзья. А где зерна, ёпта? А, ну он сегодня жиденько сходил. Бля, давайте пробовать. Да, Николай, не забывай, вот его, мешать надо. Помешали. Пенится. Значит, нормальное говнище, свеженькое. Приятного аппетита.
Друзья мои, а мы пришли посмотреть новые апартаменты, только что построились. И цена вообще 2,5 миллиона. Плюс бассейн. Смотрите, можно плавать. Ну или это для гусей. Очень здесь красиво, мило, вид на море. What you have now? Yeah, that's we left. Yeah. Ah, yes, sure. Ah, you can choose which one. I'll show you. This one already booked. Sea view, I want to book. Already booked. This one over here already. Booked. Sea view with balcony. Sea view with balcony. Show to us, maybe we rent two rooms. For them one and for me one. Sure. Come, in good room, maybe we look. Первый раз в жизни пробую кофе из говна. Называется кофе Лювак или Лувак. Все. Если честно, то непонятно. Не может же мне говно нравиться, правильно? Ну, скажем так, больше не закажу. Горьковато. И все это типа пахивает. Может, Никулин на соте перейдем? Ну нахуй это кофе. А то здесь есть еще кофе с яйцом где-то. Прям в кофе яйцо разбивают. Ну не знаю, где здесь есть, но во Вьетнаме точно есть. А не будем? А, блядь, тут не будем говорить. Все, попили или поели, я не знаю, говно пьют или едят. Знаете, такое ощущение, что, блядь, какая-то херня. Не пробуйте, это чисто маркетинговый ход. Аладдин, таргетолог, шарит. Он говорит, это специально придумали, что, чтобы нас, идиотов, говном кормить. Кухонка, все есть. Угу. Телек охуенный. Вид, короче, на стену. Это сколько стоит, получается? Ого. Вот тот стоил 3 миллиона. Да. Это вот другой рум. А, ну он, блядь, такая же, что она. И тоже вид в никуда. Ну хотя бы здесь это, понял? Балкончик, смотри. Ну да, балкон ненормальный. Курите мне прям балкон. Вот, смотри. Вот. Best plan, говорит. Вот это уже, ну, поприятнее, смотри, вид на море. Тут уже себя чувствую. А-а-а. Сижу. Да? Да, сколько это, Леха, стоит? Сколько? How much from parents? Family. А-а-а, вот такая, 5 миллионов. This is the best one. А где кровать-то? А, и кровать вот здесь. Здесь хоть вот это, может, сюда поменять. Я бы тут кровать перетащила, да, куда-нибудь. И диван. Бля, и окно в этой. Только в мусор ходится. Yes, one pizza jumbo. Jumbo? Yeah. And two beer tiger. Мы, друзья мои, пришли на обед. One tiger. Начинаем наш обед. Аладдин все с собачками играет. Когда по будням пойдет, тогда за Мерседесом пойдем. Будет рука аж дрожит так. Катенькин обед. Вот
Юртин обед. А? А мы что, две взяли, да? Моя. А нашу пиццу? Да это твоя пицца. Ты не обсеришься? Так же, как и устрица. Он все поел. Аппетит хороший. И пицца. А что за яйцо? Ну, яйца накинуть. Аладдин на еде никогда не экономит. Опять взял себе самое дорогое блюдо. А сколько оно? 125. 400 рублей. Это ему каждый день на обед надо 400 рублей. Девочки, вот он тратит 12 тысяч рублей только на обеды. Бля, вообще заебись. И чесночок, блядь, вообще охуенно. Чтоб я так жил. Вот видишь, без бабы как ему клево. Бля, вообще. А вот и сегодняшний приговор. То есть вот мы втроем посидели с тремя пиво, пицца, устрица, 1000 рублей. Вообще нормально. Ну, Юрка оплатит хули. Я же блогер. Мы-то начинающие. Ну да, вам расти еще. Сын. На мой взгляд, достойно. Что, по 330 рублей вроде поели. Это что, 5 долларов? Даже нормально меньше. Поели. А? Нормально вон поели. Даже Аладдин поел вообще. А вот так мы покупаем фрукты. Это рынок. Ну и таких рынков в Нячанге, в принципе, достаточно. Покажи нам, что мы купили. Виноград. А, сейчас я вам покажу. Смотрите, виноград, авокадо, хурма и свекла, или свекла. How much? 80 тысяч. 80 тысяч, 300 рублей. Что-то дорого, да?